Шахова. До свидания. Пока. Блин, я новую поговорку придумал. Так. Блинов боятся на масленицу не ходить. Саш. Как тебе? Или вот без блина и жизнь не та. Саш, ну тогда вот тебе еще одна. Тише едешь, блин будешь. 7 раз испеки блины, 1 отдай врагу. Сеть спортивных клубов «Физкультура» — это 3 клуба в Самаре, профессиональные тренеры, современное оборудование, широкая сетка групповых занятий, сауна, солярий. В «Физкультуре» — фитнес на результат. Мечтаешь изменить свою жизнь? Хочешь быть частью большой команды? Крупнейшая молодежная общественная организация нашей страны, российские студенческие отряды, даст тебе такую возможность. Наше движение сплотило более 2 миллионов человек в едином желании развиваться как личность и созидать на благо общества. Мы ведем работу по 3 направлениям. Студенческие строительные отряды – это возможность создавать самые грандиозные инфраструктурные объекты нашей страны. Такие как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани, Космодром Восточный, строительство стадиона Самара-Арена и многое другое. Педагогические отряды – самое массовое направление организации, связанное с работой в детских оздоровительных лагерях по всей стране, включая Черноморское побережье. А если ты неисправимый романтик и путешественник, то твой выбор – студенческие отряды проводников. Участие в отрядах – это не только работа, но и захватывающие эмоции, новые знакомства и возможность самореализации. Все просто. Зайди на сайт trudkrut.rf и присоединись к нам.